Надо бабушке помочь. Бабушка, давайте я вам помогу. Окей. Вот спасибо тебе, добрый мальчик. Мы уже пришли. Так здесь же ничего нет. А мне сюда и надо. За твою помощь я подарю тебе волшебный цветок. Он исполнит любое твое желание. Даже спасибо не успел сказать. Что бы мне заказать? О, хочу новую машину. Это работает. Хочу еще две машинки. Cool. Хорошо видно. Awesome!
Сейчас мы будем с тобой учиться делиться. Готов? Не очень. Не переживай, делиться это здорово. Ты рад, что можешь поиграть этой машинкой? Ага. Awesome! Наигрался? Да. Окей. Милый, а ты не хочешь со мной поделиться своими игрушками? Нет. Hello. What? Как жаль. Думаю, железный человек бы расстроился. Почему? Он всегда говорил, что настоящие герои должны делиться. Это одно из самых важных качеств. А героям не жалко свои игрушки? Но ты же не даешь их навсегда. Ты даешь их на время, чтобы другой ребенок тоже мог поиграть и повеселиться. Cool. И когда другие дети видят, что ты готов с ними поделиться, они с радостью тоже дают тебе свои игрушки. Правда? Конечно, но всегда нужно сначала спросить, прежде чем взять. Марк, ты мне дашь, пожалуйста, свою красную машинку? Я ей немножко поиграю и верну тебе. Окей. Ты большой молодец. Я старался. Нет, нет, нет. А, вспомнил. Мама, дай, пожалуйста, мне черную Тойоту. Окей. Думаю, мы с тобой заслужили небольшую награду за то, что научились быть щедрыми. Ура! Cool. Опоздали. No! Марк, ты же должен быть в школе. Мама, ну ты проспала, и мне пришлось играть в машинке. Марк, ну ты уже взрослый, должен сам знать свои обязанности. Ah, forget it. Awesome! Это твой список обязанностей. Ты должен выполнять их каждый день. Хорошо, попробую. Окей. Okay. Cool. Nope. No! Oh, man! Oh, no! Okay. Cool. Oh,
заслужил. Yeah! А тебе свободное время! Cool.